Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Very Little Nightmares. Возможно, сегодня мы с вами пройдем эту игру, поскольку она не очень-то и большая, всего на 2 часика, а мы с вами уже прошли 1.5, где-то так. Мы находимся в какой-то... Что это за место, кстати говоря? Так, стоп, мы видим рычаги. Это какая-то загадка. Мы включаем оба. Но для чего? Кстати, вы, ребята, в комментариях писали, что это не 6-я. Еще? Что это, мол, специально разрабы сделали ее похоже на 6-ю, чтобы мы все такие это думали. Но я не вижу в этом смысла. Какой смысл делать 2 одинаковых персонажа? Я сдохну, да, ведь сейчас? Да. Я просто решил убедиться и посмотреть на анимацию смерти. Красивую. Ага. Давайте пойдем в другую сторону лучше. Здесь где-то должна быть подсказка, которая нам подскажет... Слышите? Слышим. Здесь темно. Да, здесь темно. Мы, к сожалению, здесь ничего не сможем сделать. Пока что. Но это пока что. Вот, например, есть мусорный контейнер. Или как называется? Мусоропровод. А, мы не можем. Может быть, ведро можно подвинуть? Нет, нельзя. Так, ну здесь ничего нельзя пока сделать. Окей. Смотрите, прям пол провалился. Так. Каким-то образом мы должны с вами подобрать нужную комбинацию. А-а-а, видите провода здесь? Хорошо, мы делаем вот так вот. И теперь нам нужен толстый, не знаю, зеленый провод. Соединить вот с этим, судя по всему. А зачем? Чё? Еще раз. Вот этот крайний правый рычаг ведет к левому. Но нам-то нужно не к левому верхнему блоку, а к красному, судя по всему. Я не знаю, правильно я? Правильно я вообще мыслю сейчас? Звучит так, как будто бы не очень. Стоп. Правильно. Я перенаправил. Есть! Как быстро мы решили, ладно. Теперь идем в ту комнату, и там свет загорелся по-любому. Есть! Я тебя слышу, маленький засранец. А, он прям там спит в раковине. Мы его для чего-то выгнали отсюда. Давайте, ладно, пойдем за ним. Где ты? Так, привет. Да мы его гоним. Неужели он туда-сюда сейчас будет бегать? Чем надо? Смотрите, мы можем дверь закрыть. Что это? 0xx0. Это подсказочка, что ли? А, он так не сможет убежать, да, теперь? Или как? Да, точно. Нам же нужно его поймать. Иди сюда. Не знаю, для чего вот эта вот подсказка нам, она уже не актуальна, по сути. И мы даже не так решили. Мне кажется, нужно его просто покинуть. Да. Все, путь свободен. Мы же даже не так решили, по-моему, эту загадку. Мы... 0x0x у нас было. Где мы? Мы внутри. Окей. О, нет, 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 вот сюда, наверх, наверх, просто наверх. Все, 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 все.
Ладненько. Го-го-го-го-го-го-го. Что-то напоминает, да? Это было во второй... Нет, в первой части это было. Так, правильно ли я? Правильно ли я? О, хорошо. Окей. Да, блин! Как-то она там просто очень близко началась, погоня за мной. Прям сразу. Хорошо. И идем сразу вот сюда. Мы, кстати, можем и вот так пройти. И нам бы... Что мы вообще можем с ним сделать? Вот эта штука. Теперь давайте просто побежим резко. Вот сюда. Е! Успели. А мы здесь можем как-то спуститься? Можем вот сюда добежать. Стой, 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 стой. Есть. А зачем нам здесь? Пробуем еще разок. Ну ладно, давайте попробуем просто дальше пойти. Мы же здесь ничего не исследовали с вами. Воу, аккуратней. Вот это что такое? Блин, это же кран в сторону ящика направлен. Я думал, что он по стене идет. Стоп, 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 стоп. Так, хорошо. Теперь нам надо как-то зацепить. Давайте подумаем. Если мы вот так крутанем, раз. Оу. Ну, давайте попробуем вот сюда забраться. А, вот, все. Мы можем прям пешком дойти до туда. И зацепить вручную. Отлично. Ну, побежала. Давай, да, резче беги. Я все пытаюсь понять, как это место согласовывается с двумя другими частями игры. Поскольку это выглядит как просто почтовое отделение. Но какие посылки нам доставляют, непонятно. Ну, не нам, конечно. Так, а что теперь-то дальше делать с этим? Ящик подняли. Теперь, скорее всего, нам нужно его поставить будет на пропеллер. Точняк, мы его ставим на пропеллер сейчас. Давай, бегом. Бегом, я твою мать. Сказал, бегом. Вот. Так, есть. Все. Ну что, прям сюда пошли. И даже дальше можно. О, слышите, мухи? Когда я слышу мух, мне сразу такое чувство вони сильное просыпается внутри. Так, аккуратней, аккуратней, аккуратней. Да ладно, что ты делаешь? Он не уходит. Бежали, скорей. Он не успеем. О нет, заново что ли? Нет, не заново. Ладно, бежали просто. О! Я просто нажал эти бежать, она сама все сделала. Окей.
Знаете что, шестая она или нет, я ее буду так называть, потому что ну, совсем непонятно, как тогда вообще к ней обращаться. Так, хорошо, это какие-то у нас особые пазлы. Мы можем бить в одну сторону и можем бить в эту сторону, но никуда больше. Хорошо, в эту сторону никак нельзя. Я понял. Секунду. Так непривычно эту музыку слушать. Вот, мы отсюда можем ударить. Бей. Ни хрена мы ее ударили. Бей. Так. Они еще с определенной силой все бьются. А ты можешь как-то поаккуратнее это делать? А, они прям до упора. Охрененно. Сюда. Я даже не знаю. Нам нужно их скинуть, я правильно понимаю? Так, во-во-во-во-во. Я, кажется, почти что понял. Или нет? Нифига себе. Так, значит, пробуем. Сюда удар. Нам надо их поставить так, чтобы они друг друга останавливали. Толкнуть. Толкнуть. А если мы их сразу две толкнем, то получится сделать? Хрена бы там. Так, соображаем. Мы сейчас возьмем вот этот, который подсвеченный. Толкнем. Потом толкнем туда, оно упрется. Потом мы толкнем. Потом мы толкнем сюда. И в итоге можно сделать круг. Погодите. Можно сделать круг. Да? Секунду. А теперь мы... Да, теперь это делает круг. Стой, аккуратнее. Не, толкни только не в ту сторону. Окей, получается, мы только один баг можем скатить. Ладно, довольно-таки быстро решил. А теперь сюда. А-а-а, главное не сдохну сейчас. Я понял. Вот теперь проблема у нас. Так. Главное, чтобы по нам камни не попали. Они не собирались вроде как? Оу, или собирались. Стоп! Собирались, еще как. Быстрей. Есть. Я испугался. Итак, вот мы видим дверь. Куда-то мы пролезли. Что за... Огромная длинная рука тянется за гномами. Это какой-то... Это секретная комната, да? Так, я не могу сюда попасть. Ладно, мы еще вернемся попозже. Вот эта дверь. Смотрите, крестик, крестик, крестик. Так, нужно три человека. Надо еще двух гномов найти. Давайте вернемся в комнату с гномом. Смотрите, он сам рисует, по-моему, да? Он рисует эту руку. А! Доска. И что это значит?
крестик, 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 крестик. Те же самые крестики, как и здесь. Раз, два, три крестика. Смотрите. Блин, не можем достать. Ладно. Это, получается, крестики, вот эти три. Это те самые крестики. Это как подсказка, что ли, от двери? Значит, получается, мы сначала жмем самый левый крестик, потом два правых, потом один левый, потом центральный. Левый два правых, левый центральный. Это если, конечно, снизу вверх читать. Левый. Два правых. Левый. Центральный. Оу. Нет. А если наоборот? Центральный, левый. Правый, правый, левый. Центральный. Левый. Правый. Правый. Левый. Да. О, хорошо. Так, что у нас тут? Куда мы? Смотрите, что осталось с этой вешалкой. Ее просто развратило. Дверь не открывается. Мне кажется, нам нужно как раз таки на этот конвейер из вешалок. Оу, что это? Полезли наверх тогда. Ну, по идее, нам надо сначала заставить работать этот конвейер. А, я понял. Не зря же эта вешалка здесь так висит. Мы можем до нее дотянуться. А, тут вешалка на вешалке. Так, может быть, теперь мы можем как-то убрать. И что-то там посмотреть, нет? Нет, мы же можем выйти из этой комнаты. Ты кто? Ты... Стой! Ты кто? Блин, здесь так много детей, все пытаются сбежать. Мне кажется, мы можем с помощью нее вот эту коробку достать. Ой, осторожней. Да, детки. Угу. Давайте попробуем чуть побольше постоять. Может быть, какая-то другая вешалка сейчас вылезет с той стороны. Так, что это такое? Какой-то шарф там красный. Блин, мы не достанем так. Сейчас. Нам нужно чуть-чуть аккуратнее быть. Еще раз провернуть кружочек. Так, едет. Это, блин, надолго. Мы типа этот шарф сейчас оттуда снимем через решетку как раз таки. И сможем пройти, зацепиться в следующий раз. Но только нужно опять же, чтобы кто-то держал эту кнопочку. Стоп. Окей. Значит, хватаем. Так, хорошо. Теперь мы должны, видимо... До вот этой, до этих коробок. Два. Три. Четыре.
Снимай. Короче, я вижу сверху, вон стоит коробка. Возможно, мы сможем ее толкнуть. Поэтому давайте попробуем трюк поизощренней. Ну-кась. Давай, цепляйся, цепляйся. Быстрей. Нет. Ждем. И шарфик ползет прямо к нам в руки. Цепляйся, цепляйся, цепляйся. Я думал, он не станет реагировать на мои команды. Что? Зачем мы? Все. Я думал, мы в ту сторону пойдем. Посмотрите, он магией гладит. Я вижу ключ. Так, очень осторожно. Ай, как осторожно. Ага, хорошо. Нам нельзя торопиться. Я думаю, даже бегать здесь не стоит. Короче, это телепатический дворецкий. Стоп. Там я вижу, ваза стоит. Нет, вазу нельзя трогать. Но мы можем забраться вот сюда, на эту доску гладильную. Да? Так, втыкай. Стоп. Погодите. Надо подойти к утюгу. Так. Прячься, прячься. Оп! Да ни хрена себе. Нам нужно быстрее убежать. Нет, стоп. Сначала давайте положим и только потом воткнем. Есть. Угу. Стоп. И теперь он будет стоять, втуплять. Но это нужно. Это нужно, чтобы зайти в эту комнату и отвлечь его как-то. Отвлечь его различными постирушками. Возможно. Нет, мы проходим дальше. О, еще большими постирушками. Так, я понял, да, отсюда можно уйти, но прежде чем мы это сделаем, давайте осмотрим как следует эту местность. Вот тут открыто. Все, мы можем здесь спрятаться. И даже дальше можем пройти. Чьи-то шмотки... Это просто детские шмотки сбрасывают сюда. Вот куда ключ надо применить. Окей. Теперь нам нужно сделать какой-то очень громкий шум. Тогда мы сможем привлечь его внимание. Ну да, все, весь секрет вот в этой стиралке. Что мы можем сделать? Опа, 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 опа. Мы не можем ничего сделать. Охренеть. Ладно. Стоп. Может быть, мы сможем сюда спрыгнуть? Только я зачем это сделал? Теперь не могу выбраться отсюда? Могу выбраться. План такой. Мы сейчас выключаем ее и сразу в корзинку для белья. О, да. Нет. Да блин, какой он. Может быть, именно в белье надо прыгнуть? Все. Вот тут он точно не спалит нас. Так, хорошо, Он с такой... Такая нежная улыбка у него. И он все равно меня убивает безжалостно. Я понял. Пока он будет вытаскивать белье... Это наш шанс свалить.
Тихо, 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 тихо. Быстрее. Давай. Да беги уже. Смотрите, еще больше стало белья. Я чувствую, какая-то здесь будет сейчас еще проблема у нас. О, сейчас он наберет целую кучу, да, белья? Нет, он пройдет дальше, и тут такие, как раз такие. Нам надо спрятаться такие. О, блин. Что он будет сейчас делать? Хорошо, я понял. Таки спрятаться в стиралке. Быстрее! Ой, как. Ой, как. Ой, зачем я вышел? Тут все меня убивает. Я запаниковал, я запаниковал. Ладно, еще разок. Идем, 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 просыпайся. Давай. Третью. Он же во второй будет тусовать? Нет. Все, я понял. Первую, потом вторую. Давай, давай, иди. А почему сейчас мы не успели? Давай, успевай, пожалуйста. Прошу тебя. Есть. Ползай. Во вторую. Ага. Сейчас он пройдет. Да выползай, блин. Да ползи, блин. Так, я потерял время. Что это сейчас было? Почему он меня убил? Издалека. Что я сделал не так? Я промедлил, конечно же, он меня просто спалил. Но он кровожаден. Он даже не раздумывая, просто берет и убивает. Почему? Разве они не должны всех детей брать в плен? Тихо. Не торопимся. И так все окей. Ить! Ить! Все! А хорошо, давайте, не знаю, что тут можно сделать? Что тут можно сделать? Сейчас часы, наверное, да, сработают? Хм. Тут ничего нельзя... А, погодите, вот дверь еще одна. Так, началось, началось. Стоп, надо пар отключить. Все, я помню, тут несколько позиций. А это что за... Что за тряпки? Попробуем? Я не знаю. Я боялся, что сейчас что-нибудь произойдет, и я сдохну. Но вроде ничего не произошло. Так, хорошо. У нас тут есть путь назад. У нас есть этот большущий люк, который мы не... Ничего, не... А, он работает от электричества. Окей. Окей. Стоп. Я понял, в чем загадка. Или не понял. Сколько тут позиций всего? Раз. Два, три. А, надо, чтобы отвертку сначала сдуло. Погодите. Я не понимаю, откуда изначально пойдет пар? Он пойдет сверху, самая верхняя труба, которая третья сверху у нас. Открыли. Так, давайте снова пустим пар. Хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Нам бы наглядно. Что?
Мы снова можем ее толкать. А зачем только? Как? Как будет? Мы с ее помощью закрываем одно из отверстий. Это я понял. Короче, методом тыка делаем. Я увидел, что здесь есть позиция, когда вот. Все, хорошо, мы наконец-таки с этим разобрались. Ладно. Кропотливо. Вот, по крайней мере, теперь мы хотя бы будем видеть, как это все работает. Нет. Вот теперь давайте смотрим. Нужно, чтобы верхняя встала вот в эту позицию, правильно? Давай. Теперь мы должны вернуть обратно. Вернуть обратно, как было. Вернуть обратно, как было. Вот так и было, по-моему. А в чем прикол? Нет. Стоп. Я кажется, понял. Там еще эта труба чуть выше. Вот. Сейчас мы сможем подтолкнуть его. Вон труба еще чуть-чуть повыше. И она идет. Это должно, чтобы нижнее было. Нет. Вот это. Есть. Кто вообще положил туда отвертку и для чего? А, нет, смотрите, мы сейчас как раз-таки с помощью этой отвертки откроем вот эту панельку. И еще раз. Окей. Да. Стой. Я понял. Мы живы. Простите, но игра, кажется, глюканула. Ну ладно, пойдемте играть. Дальше. Но ведь меня не пропустят дальше, да? Я же правильно понял, меня не пропустят дальше. Окей, выходим в менюшку. О, кстати, мы видим, сколько мы прошли и сколько нам осталось. Ой, ты что, хочешь сказать, что мне заново придется сейчас все делать? Вот, мы все сделали, благо не очень долго проходил. Теперь нужно вот к проходу. Вот. Правильно я сделал? Идеально. Ну чё, ошпарим дворецкого. Скорее. Ну, какого... Да иди уж. Уж иди. Есть. Еще раз. Быстрей. А как? Стоп, этого мало? В целом, мне кажется, что здесь только все дело упирается в скорость. Давайте просто попробуем успеть. Все, а теперь просто гони! Гони! А, ну да. Он кинул мне вслед ящик только. Блин, я думаю, я его насмерть ошпарю. Смотрите, девочка. Блин! Цепляйся. Ну ладно, мы живы. Я думаю, здесь мы с вами сделаем паузу и продолжим в следующий раз. Нам остался, судя по всему, один лишь выпуск, последний. И мы закончим Little Nightmares вообще, как только можно. Даже мобильную версию уже прошли. И будем ждать третью часть. Скорее всего, она выйдет. Я прям уверен на 100%, что она должна выйти. Какая она будет? Скорее всего, офигенная. Это мы узнаем, когда она выйдет. Я очень надеюсь, что вам понравилось. И если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, вступайте в мои телеграммы, в мои инстаграмы. Все будет в описании. Огромное всем спасибо. С вами был Юджин, и всем пять!